Речь шла о совместных производствах в агропромышленном комплексе, информационных технологиях, строительстве дорог. Взаимный товарооборот Германии и Кубани за последние 3 года составил около 600 миллионов долларов. Импортозамещение диктует вектор экономического развития регионов, всех регионов России, в том числе и Краснодарского края. На нашем рынке есть очень много свободных мест на полках, которые высвобождаются от импорта. И это сегодня реальная ситуация, которой нужно и необходимо воспользоваться. Я исхожу из того, что я доверяю странам, с которыми уже сложились такие дружеские, товарищеские отношения. И вот здесь для нас очень важно партнерство, сотрудничество для того, чтобы мы смогли это сделать. Потому что если это не сделает Краснодарский край в рамках своей специфики, агропромышленной специфики или еще, то это сделают другие регионы. Но мы не хотим никому отдать здесь вот свою возможность. После делового завтрака с губернатором Краснодарского края немецкая делегация встретилась с президентом России Владимиром Путиным.